последний прием пищи лучше проводить за 2-3 часа до сна. Это должен быть не плотный прием пищи, но при этом человек должен ложиться спать не сытым и не голодным. Последний прием пищи я рекомендую употреблять такие продукты, которые будут содержать белок, но это будет легко усвояемый белок. Например, яйца. Да, можно есть либо отварные яйца, или там можно какой-то салат с яйцами сделать. Переваривание мяса длится около 5 часов, и лучше так сильно не перегружать желудочно-кишечный тракт. Можно на ночь съесть какой-то кусочек сыра или такой же салат с сыром, где будут овощи, сыр, может быть, яйца, морепродукты, креветки, кальмары тоже. То есть, чтобы обязательно был какой-то белок, но чтобы это был легко усвояемый белок. Ни в коем случае не употреблять на ночь кефир, йогурт, ряженку, продукты, содержащие большое количество лактозы, повышающие сахар в крови и инсулин.